О спорте, патриотизме, преемственности поколений и личностном росте. Депутат Государственной Думы Владислав Третьяк пообщался с ульяновской молодежью, начинающими тренерами и руководителями спортивных школ. Легенда советского хоккея начал разговор с воспоминаний о собственной юности. О том, как поймал первую шайбу, как построил первую хоккейную коробку. Знаменитый вратарь сразу обозначил свою позицию. Как в советские годы, так и по сей день выступает и защищает интересы молодых и амбициозных. Плохой молодежи нет. Просто, наверное, есть плохие руководители. Молодежью надо заниматься. И, конечно, главная задача губернатора, правительства, депутатов – создать условия для молодежи. Ну и я сегодня говорил, что от молодежи тоже очень важно, чтобы они стали лидерами. Неважно, какую бы они профессию выбрали. Во время диалога Третьяк также вспомнил, каким был спорт в Ульяновской области в начале нулевых и каких успехов регион добился сейчас. По его мнению, разница колоссальная. Например, в части развития военно-тактических игр. Сегодня Ульяновская область, к примеру, имеет статус столицы лазертага. За 9 лет лазерные бои из заброшенных площадок вышли на официальные международные турниры. Говорят, что в Ульяновске есть какой-то феномен лазертага, но на самом деле это вызвано очень большой конкуренцией среди команд. Мы вот 3 года назад получили наконец-то свою территорию, где мы выстраиваем свою базу для тренировок, для проведения турниров. То есть в этом плане у нас есть такая база, которых нет в других областях, и это, соответственно, наши козыри в этом деле. Нет ни в одном регионе страны такого количества профессиональных команд, которые в течение года постоянно играют в лиге. В Ульяновской области сейчас их насчитывается 14. А любовь к командной спортивной игре прививают детям еще со школьной скамьи. Рената Алиулова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.